Всем привет, это Таиланд ТВ, и 7-дневный ретрит закончился. Нету их опять. Вот. Как-нибудь потом расскажу, что почем, какие с мячом. Мощно, просто невероятно. Не из самых мощных вообще 7 дней в моей жизни вообще. Просто огонь, господа, огонь. А сейчас, ладно, фиг с ним, со мной пока. А приколитесь вообще, где все происходит. Что тут только нет, короче. Я вот только что спустился из медитационного центра главного. Он это вот женский дармиторий. Вот здесь вот он. Вот там девушки живут там. Вот тут. Мужичкам туда нельзя. Тут все отдельно. Мальчики там, девочки сям. Ну вот медитационный центр, крыша его. Вот такой вот он. Вот тут народ фоткает. Вот здесь мы медитировали в среднем по 4,5 часа в день. Ну вот, что вам еще показать? Там вот стоп, очень много, короче, здесь можно где. Что, как пройти, обойти. Сала. Здесь тоже можно там. Ну шо ты? Погоди, дорогой. Да поснимаю немного. А, так, что тут? Шо? Отвлекся, шо? Вот здесь вот. Медитация при ходьбе происходит по этим штучкам. Вокруг статуи Будды прям можно мутить. Здесь вообще медитация при ходьбе практикуется просто повсюду, собственно. Вот там вот монки живут, монковые домики. Здесь тоже столик такой махненький. Вообще территория довольно большая, но как бы ее, естественно, за 7 дней все обходили. Вдоль и поперек. О, так что, короче, тут, ну, можно есть где побродить, подумать, посидеть, все дела. Вот еще один столик. Вот еще одна. Здесь координаторы жили наши. А, кстати, там вот за медитационным залом, там мужской дармиторий, он еще больше, чем женский. Там душевая, как душевая, короче. Сложно это назвать вообще каким-нибудь словом. Потом как-нибудь расскажу вообще, как тут моются люди. Что тут у нас? Бананчики. Вот эта вот штука большая фиолетовая висит, которая... Она вот раскроется, и там будет гроздь бананов, короче. Такая система. Вот, может быть, где-то уже есть раскрытое, короче, чтобы показать, как оно, типа, на самом деле. Или уже мы пожрали все бананы. Они зеленые, чтобы они дозревали. Они, кстати, как помидоры дозревают. В теплоте, в темноте, вполне нормально, не чернеет, ничего. Очень много всяких цветуев тут нереальных, вообще совершенно не пахнут. Вон, слышите, там гонг, жрать зовут. Ну такая цветулька, прикиньте, какая красотуля. Офигительная. Вообще время, что там у нас время-то, не знаю, типа часов там, типа 8 утра. У нас в 4.30 был подъем, как обычно, собственно. В 4.30 здесь поднимаемся утра. Засветло еще. А здесь, кстати, семейка какая-то живет. Там бабушка, дочка и внучка. И мужик к ним приезжает какой-то иногда, тайцы. Бабуля вообще угарная, бананами подкармливала меня. Вот. И в 9.30 вечера отбой, короче. Вот. Но я тут всего две ночи поспал, потому что что-то не спалось особо там. Деревянные подушечки там жесткие. Он сидел. О, ко-ко-ко, короче, ко-ко-ко. Ну, короче, где-то 3 курицы, где-то 7 петухов, короче. Они здесь живут тоже. И просто жгут вообще, просто жгут. Они летают, на ветки садятся, короче, сумасшедшие. Вот она, тайская бабуля, подкармливающая бананами периодически. Тут уже кисончиком мучают местного. Я подойду даже, пожалуй, чего. For the history. Hello. Алло.
Да, я его вчера потискал, этого красавчика тоже. Горлопан. Горлопан, да. Yeah, we know, thank you. Вот, говорят, типа, жрать, идите, фаранги. Фаранги идут жрать. Так, ладно, фаранги пошли жрать, что там у нас. Ну, они вот в таком домике живут, ну, там еще один домик, короче, у них. Ну, семейка такая, в общем, просто семейка. Ну, это туалетик, еще один. Ну, там дороженьки всякие идут, там можно попетлять, походить, там еще одни медитационные местечки есть всякие разные. А вокруг, ну, вокруг антуража, короче, как обычно, это же как же тут пальмы, кокосы. А туда тоже можно спуститься. Тоже всякие приколы, короче. Люди счастливые мимо проходят. Людей ретритнуло вообще нормально. Вот тут уже отъезд, собственно, потихонечку. Потихонечку отъезжают. Вот, а еще у нас завтрак, нас накормят даже напоследочек. Здесь вот такие вот, короче, цветочки растут. Вот прям вот так вот они подвешены. И вот так вот они растут. Вообще сильная тема. Вон монахи. Монахи сами. Нельзя им к женщинам прикасаться. Нельзя, чтобы они трогали, только через мужчин, если что-то передать. Еще еду им только люди приносят. Они едят то, что принесут им люди. Вот, собственно, они там сейчас покушают. Это кухонка, где нам мутили похавать. Здесь вот мы вечером пили чай каждый день. Чай, кофе и какао. Какао круче вообще даже. Вот, народ уже даже решил запилить себе немножко какаоца. Так, что тут еще? Ладно, поднимусь в столовочку. Так, ну тут уже всякие мешочки. Вот, короче, тут вот ты берешь тарелочку и прям запиливаешься, что похавать. Все очень вегетарианское. Ананасики. Ну и вот, собственно, похавали. Бутеры с джемом можно даже. Они не всегда были у нас. Это праздник сегодня какой-то. Вот, если бы столовая. Здесь тоже мальчики с девочками отдельно кушают. Но сейчас уже все бла-бла-бла сидят, а так-то мы молчали все 7 дней. Разговаривать-то нельзя. Вот такой вот вид вокруг. Вот оттуда еще прикольнее вид, чем будет. Еще, кстати, пауки там есть грамотные. Есть два грамотных паука. Грамотных паука. Да, видно его. Вот такие тенищи, короче. И вон паук. Раз, паук, два. Вот. Ну, а вон вид. Собственно, вид. Что вот, всем доброе утро, всем приятного аппетита. Таиланд ТВ, до встречи. Выдохнули.